что-то отключилось. Что такое? Пока я тут с вами заболталась, мне немножко они подгорели, мои кабачочки. Вот, это так вкуснота вообще. Слушайте, если честно, запарилась готовить. Как было круто, когда была халява с Grow Food. Вот. Так. Что? Как мило. Что, ничего не слышу. Что, что мне опять вот это? Такие вот кабачочки. К сожалению, очень маленькая сковородка. Вот. Очень маленькая сковородка, она черная. Так. Привет, привет, привет. Готовлю. Что готовлю? Вообще у меня по плану сегодня курочка, цукини. Сейчас черная сковородка. У вас бывало, что подгорело что-то, а вам не хочется. Смотрите, что я делаю. Беру бумажку. Начинаю это вытирать. Это не вытирается совсем. Я такая хозяйка. Так, я такая хозяйка. Что-то у вас народу было в первый раз. Так, я сейчас нахожусь в городе Пхукет. Пхукет это Таиланд. Мы тут с Сережей собираемся пробыть еще где-то пару месяцев, потом улетим в Китай. Так вот, я готовлю сейчас цукини. У меня осталось очень мало времени, у меня очень голодный котик. Вот, и нас ждут гости, они позвали нас, не гости, а хорошие приятели, семья. Они позвали нас в ресторан, ну, чтобы, ну, мы жматяры, ну, вот, мы жопошники, поэтому мы хотим поесть дома. На самом деле, шучу, мы просто сейчас следим за диетой. Вам меня слышно, я надеюсь? Мы следим за диетой, поэтому я готовлю дома. Вот это цукини. Это уже почти готовая цукини. Оп. Два кусочка. Соль. Так. Ну, напишите мне. Не вижу ничего. Висит. Висит. Привет, привет, привет. О, отлично. Сережа в басике? Нет. В каком басике? Сережа здесь. Рома. Ой, испугал меня. Зачем, Сережа? Сереж, полк. А. Че ты жаришь? Не знаю, почитай, что там ребята говорят. У меня там 10% правда. Может, дать поставить ее. А, я жарю кабачки тебе. Не похоже? Нет. Давай, забирай, там вообще здесь не нужно. Сейчас с ними общаться. Ну, Серёженька, скажи, что есть какие-то... Здорово, здорово, здорово. Ну и рожа. 10% осталось. Че так мутно-то все? Что с ним общаться? Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и... Ко мне, ко мне. Так. Ко мне подписывайся на канал. Адская, адская. Ну что мне говорить-то? Че? Я хочу записать видео. И поесть. Я сегодня ничего практически не ел. Я голодаю, друзья. Меня никто не кормит. У меня уже трясутся руки от того, как сильно я хочу есть. Вот. Все народа меньше и меньше. 17 человек. Никто ничего не это сам. Потому что они тебя смотрят на самом деле. Так, ладно. Все. Батарейка садится, поэтому ладно, ребята.